Всем привет! Сегодня пришел телефончик. Nokia E6. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут такое. Коробочка. Однако, что за E6 такой? Телефон нашел довольно долго. Мы сначала заказывали у одного поставщика. Она с продинами. Телефон не отправился, собака. И мы 2 недели потеряли. Вот, потом сделали отмену заказа, вернули деньги. В итоге вернулись с минусом, потому что приватбанк возвращает по меньшему курсу, чем берет. Вот, потеряли 300 гривен. Это примерно $15. И вот заказали наконец у другого поставщика. Так, так вот крышечка у нас открывается. Такое вот дело у нас под крышечкой. Пломба стоит. Информацию, конечно, не видно тут на аппарате. Ну да ладно, не страшно. Так. Какая-то крышечка побитая. Мне кажется, непонятно. Так, где он тут у нас включается? Не разряжен, все в порядке. Сейчас включится. Так. Батарея уже почти на нуле. Или нет? Нет, не особо. Прикольно, он сенсорный. Круто. Телефончик сенсорный, оказывается. Прикольно. Третья ссылка накрывается, наверное, с уже не там. Ну да. Ну, получается, вообще 35 получается. Вот такой вот у нас телефончик приехал. Полусенсорный. Прикольный. Интересно. Раньше я видел только в китайцах такое, в оригиналах. BlackBerry, по-моему, тоже есть полусенсорный. Да. Nokia я не видел. Меняется тут. Ну, что, прикольно. Заставочки такие, как в Nokia N8. Прошивка, так предполагаю, одна и та же. Есть датчик освещенности. Меняется в зависимости от цвета. Ага, тут еще и так, может, что только Wi-Fi есть, Bluetooth есть. В общем, все есть. Прикольный аппаратик. Ну, в общем, все, всем пока.